Накануне первого официального отечественного турнира женского волейбола в Павлодаре презентовали обновленный состав клуба «Иртыш-Касхром». Сколько в команде дебютантов и из каких они стран? Какие задачи поставлены перед подопечными Светланы Котовой? Подробности в нашем следующем материале. По сравнению с прошлым сезоном, Иртыш-Касхрому удалось сохранить основной состав. В команду вернулась Кристина Карапетян. Есть и три дебютантки – Инна Молодцова из Украины и белорусские волейболистки Светлана Порукова и Татьяна Серик. К слову, Татьяна влилась в состав одной из последних, но уже успела оценить Павлодар. Сравнить с каким-то другим городом у меня вряд ли получится, но да, с большего я уже познакомилась. С Павлодаром были выходные, гуляла. Очень такой комфортный город, да, очень красивая у вас набережная, это я думаю, естественно. Вот, ну, я думаю, еще будем знакомиться дальше с этим городом, с вашими традициями. Пока все очень хорошо. Татьяна Серик, как и другие дебютанты, играла за свою новую команду только в неофициальном турнире в Минске. Теперь же предстоят баталии за почетный трофей Кубок Казахстана. Естественно, настрой боевой, по-другому быть и не может. Вот, цели стоят самые высокие. Будем выкладываться, будем отдавать максимум своих сил, стараний, мастерства. Но что из этого выйдет, уже узнаем после. В дальнейшем хотелось бы обойтись без травм, без невынужденных потерь. Главный тренер Иртыш-Касхрома Светлана Котова поблагодарила болельщиков, в том числе и Якима области, за поддержку и дала обещание, команда будет биться до последнего. Булат Бакау, в свою очередь, выразил уверенность, что наша команда достойна большего. Финальная часть розыгрыша Кубка Казахстана по волейболу среди женских команд стартует в Усть-Каменогорске 26 октября. В своей подгруппе Иртыш-Касхром встретится с петропавловским Куанышем, Талдыкурганским ЖТСУ и местным клубом «Алтай-2». Мурат Билмажит, Дәулет Кашкербаев, ЕТС Ақпарат.